Каждый день узнаю здесь что-то новое для себя, рассказывает директор Одинцовского историко-краеведческого музея Светлана Раханова. В день рождения музея с теплотой говорит о любимой работе. Наш музей, он большой и маленький, он взрослый и не очень. Статус музея мы получили совсем недавно, 12 марта. Сразу началась пандемия, поэтому в статусе именно музея мы только начали работать, только делаем первые шаги. Но, с другой стороны, сегодня нашему музею исполняется 31 год, потому что, как общественный музей, он был зарегистрирован 31 год назад. Задолго до открытия основатель и первый директор музея Александр Андреевич Пузатиков начал собирать материалы о родном крае. Экспонаты были выставлены в 11-й школе, но краевед мечтал о создании полноценного музея. Именно здесь, в старинном здании конторы купца Якунчикова, Александр Андреевич мечтал собрать свои экспонаты и создать музей. Неуемный, целеустремленный, твердый в принятии решений. Именно таким запомнили его современники. Он успевал не только заниматься изучением истории родного края, но и был замечательным художником, журналистом, педагогом. Вел военно-патриотическую работу со школьниками. Заслуга и Александра Андреевича Пузатикова, и детей, школьников одинцовских, в том, что они восстановили, то есть вернули из небытия, по сути, фамилии всех умерших от ран красноармейцев, которые находились на излечении в одинцовских госпиталях во время Великой Отечественной войны. Сегодня Одинцовский историко-краеведческий музей – любимое место культурного отдыха жителей города. Сюда приезжают гости со всего Подмосковья. Выставки, творческие встречи, праздники. Музейные коллекции помогают пополнять сами горожане. Дело, начатое Александром Пузатиковым, живет и в наши дни. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».